Приветствую на канале Wow Animal Life. Очаровательный пес дрожал от страха при виде людей. Этот пес с обаятельной мордахой оказался на улице. Его бросили хозяева, и малыш остался в одиночестве. Неизвестно, какой была его судьба и какой бы она стала, если бы Майлз, как назвали собаку, не встретил добрых людей. Они нашли его и привели в приют. Поначалу Майлз очень нервничал. Возможно, в прошлом его обидели люди, и, вероятнее всего, мужчина, потому что пес особенно боялся представителей сильной половины человечества. Когда Майлз только попал в дом к новым хозяевам, он готов был забиться в щель, лишь бы только его не трогали. Но прошло немного времени, и пес полностью изменился. Теперь это жизнерадостный и активный мальчик, которого просто обожает его семья. Он, в свою очередь, перестал бояться хозяев и превратился в доброго и преданного компаньона. По словам владельцев пса, больше всего на свете Майлзу нравится отдыхать на озере. Питомец забирается в лодку и путешествует по воде вместе с хозяином. Желаем этому замечательному мальчишке радоваться жизни и наслаждаться каждым днем в компании любимых хозяев. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.